Жарко в минувшую субботу было не только на улицах города и области, но и в сети магазинов техники «Эльдорадо». Ведь там прошла небывалая акция «Любой товар за полцены» для первых 100 покупателей во всем красном. Да, вы не ослышались. Телевизоры, ноутбуки, холодильники, пылесосы, другими словами, абсолютно весь ассортимент магазина «Эльдорадо» с небывалой экономией и по небывалым ценам. Всего в Калининградской области 8 магазинов «Эльдорадо». В Калининграде – Балтийский, Советский, Черняховский и Светлом. И в каждом 100 счастливчиков в красном совершили покупки всего за полцены. Итого 800 жителей города и области весомо сэкономили семейный бюджет на покупке техники мировых брендов. Красный фирменный цвет компании «Эльдорадо» оказался всем к лицу и подарил праздник и счастье всем покупателям. Мы приобрели смартфон, планшет наши друзья приобрели. Но в основном это планшеты и смартфоны, нам очень понравилось, интересно. Пришел за телевизором, замечательная акция. Почаще бы такие. И в итоге сколько вы сэкономили? 20 тысяч рублей. Смартфоны. Смартфоны купили? Смартфоны, вот. Мы еще их не забрали, правда, но зато. Телевизором. Вот приобрели уже все. Samsung 55 диагональ, сейчас модель не помню. Но 50% вышло, 54 за 27 приобрели. Мы рады. Еще не посчитали, сколько сэкономить, а так холодильник и плиту газовую взяли. Очень все понравилось, правда, ажиотаж такой, но все равно весело и прикольно. Спасибо вам большое. Довольные калининградцы признались, с нетерпением ждут повторения красного флешмоба. Ну а нам осталось напомнить, в Эльдорадо выгодно и позитивно совершать покупки.